Всем привет! Сегодня будет распаковочка нескольких посылок. Здесь у нас софтбоксы, такие как сейчас вот стоит у меня сверху. Как раз с помощью него идет освещение. Вот. Лампы здесь. Но я заказывал вообще 4 софтбокса. Он мне прислал 2 софтбокса и 8 ламп. Фон идет в подарок. Зачем мне эти лампы, непонятно. Так, это все в сторону. Получается такой комплект. Здесь сам отражатель. Тут же должна быть ткань, которая натягивается спереди. Мы уже изменили здесь коробочку, сделали с рисунками. О, и розетку наконец евро сделали. 2 выключателя включают по диагонали лампы. 2 предохранителя здесь запасные и штатив. Сама стойка, она чуть больше там 2 метра, насколько я помню. В принципе, неплохой комплект. Так все это раздвигается. Здесь раскручивается и тоже телескопический такой. В принципе, за эти деньги очень даже хороший софтбокс. Так, следующая посылка. А, ну лампы. Я не заказывал такие. Ну, посмотрим, что здесь за лампы энергосберегающие. Такие вот лампы. Фига себе, большие, 150 ватт. Свечение у них 5500 по Кельвину, но это солнечный свет, такой не совсем белый должен быть и не желтый, такой солнечный, как солнце светит, белый немножко с желтизной. Так, следующие посылочки, тут по идее должны быть штативы. Такие штативы. В принципе, практически самые дешевые из категории высоты чуть больше 1 метра, там 1,25 м. Высота у него. Так, за свои деньги, в принципе, неплохой штатив. Этот раз я брал уже у другого продавца. Ой, и он даже положил такие крепления под, ну, под сетку, короче. Прикольно. Ну, вроде все работает. Это я не себе так, в принципе, для продажи. Ссылки я оставлю. Кому интересно, спрашивайте, задавайте вопросы. Тоже отвечу по качеству, если вы сомневаетесь что-то покупать.
Все, всем спасибо за просмотр, такое короткое видео. До новых видео, всем пока.